никто меня не просил, чтобы я показал свой вид из окна. Кто не просил? Не я. Вот мой вид. Тут, правда, ни хера ничего не видно. Ни хера, потому что здесь дерево, блин, стоит яблочное. Вот, не, вы посмотрите, тут дерево яблочное стоит. Но вид, если посмотрите далеко, то он там не проходит. Правда, тут все деревьями заросшено. Я плохо вижу. Но через камеру я очень хорошо прям вижу, смотрите. Там мой дом. И там дом моей бабушки. Вот. Там у них соседи. Они далеко от нас, там наши соседи там. Ну, кто не просил меня, мне показывать свой вид из окна? А? Кто меня не просил? Я не просила. Это наша белка. Белка тут камеру снимает. Сейчас я вам ее поближе покажу, чтобы вы ее смотрели. Вот. Ну, сейчас я его поражу, а то она убежит куда-нибудь. Да, я понимаю, что мой голос будет непонятливый. Но вот, короче, белка наша. Кому жалко белку, ставьте лайк. Да, если вы, правда, не заметите, то у нее глаз. Ну, не видит. Она нас любит. Да, видите, как она нас любит? Если вы хотите, чтобы она любила так... Ой, господи. Если вы хотите, чтобы наша кошка любила так, как и вас... Да, кто не просил мне показать свои виды из окна?